на канале «Домашний» состоится повтор четырехсерийной мелодрамы «Одно теплое слово», выход которой ожидается 5 ноября. В центре сюжета сериала Тамара, которая трудится психологом в службе доверия. Невзирая на это, в семейной жизни у нее постоянные ссоры с мужем Андреем, от которого женщина уже давно отдалилась. Причина ссор – племянница Тамары – Марина. Ее 8 лет назад оставила на попечение Валентина, сестра Тамары, а сама укатила на заработки. Опекая девочку, супруги постоянно откладывали вопрос о собственных детях. А затем в одну из смен Тамаре звонит Костя, у которого убежал из дома трудный сын-подросток. Постепенно женщина начинает понимать, что ее и этого мужчину что-то сближает, но Тамара говорит, что это всего лишь общение и за эти рамки отношения не выйдут, ведь она замужем. Но затем на телефон доверия Тамаре звонит некий мужчина и говорит, что знает всю подноготную женщины, личный номер телефона, адрес, ее увлечения, а затем и вовсе начинает угрожать ее жизни. Но Андрею все проблемы Тамары не интересны, он увлечен молодой любовницей и неожиданно встречается со своей первой любовью. И в этот трудный период на помощь приходит Костя, но и он не так прост, как кажется на первый взгляд, ведь у него свои мотивы. Главные роли в сериале исполнят Александр Песков, Александра Никифорова, Кристина Борейко, Егор Вадов и другие. Повтор четырехсерийной мелодрамы «Одно теплое слово» состоится 5 ноября на канале «Домашний».